Сегодня ночью в центре Екатеринбурга на главном проспекте Ленина между универом и оперным некий уличный недохудожник троекратным белым словом «Путин» расписал каменное изваяние Якова Свердлова, в честь которого назвали наш родной и опорный край державы, хотя вообще-то формально у нас в горах не край, а область. Напомню, если кто-то вдруг подзабыл, что Свердлов, он же товарищ Андрей, был председателем ВЦИК, то есть формально руководителем России, а в сентябре 1918 года замещал самого дедушку Ленина, которого тогда ранило Каплан, на посту председателя Совнаркома. Судя по темной записи, которую писарь-граффитист сам распространил в СМИ, на постамент памятника он забрался по принесенной из самоизоляции металлической лесенке и белой краской из баллончика написал все, что задумал. И что важно, при этом, видимо, дабы не спалиться, не произнес ни одного слова. Звуки, которые записала его камера, напоминали темное шипение Дарта Вейдера. Вот интересно, он, как все граффитисты-красочники, был в маске? Или вообще капец бунтарь отморозок? В любом другом случае, кто-то бы сказал, что сегодня ночной марака памятник Свердлову осквернил. Но нет, словом «Путин» невозможно осквернить. Фамилией нашего национального лидера можно только польстить. В том числе и памятнику. С какой целью баллонный красочник написал трижды «Путин», то есть каков политический подтекст этого месседжа? Кстати, Путин пишется с большой буквы. Кто он вообще такой, этот писака, пока неизвестно. Ну а центр Бурга утыкан видеокамерами, так что, возможно, полицейские его все-таки вычислят и покарают. Ну, типа такая достоевщина. Марание и карание. Можно по-разному относиться к личности Свердлова. Кто-то считает его одним из организаторов красного террора и расстрела царя Николая II с семьей. Это безусловно так. Но если отбросить всю темную кровавую сторону, то по мнению наших экспертов, для своего возраста, а официально Свердлов умер от испанки в 33 года, он был выдающимся административным деятелем, в деловом плане превзошедшим опытных царских чиновников. Но Владимир Владимирович Путин, по нашему убеждению, самый лучший руководитель России за все время существования нашей страны. Ибо никогда еще в материальном плане русский народ не жил так сытно, как при Путине. Единственное, что хоть как-то связывает Свердлова и Путина, оба они руководители России. Но Свердлов руководил 14 месяцев, а Владимир Владимирович 20 лет. С хорошей перспективой, если, конечно, коронавирус даст таки нам конституцию поправить. Ну и на пасашок. Да, прям скажем, не каждый памятник удостаивался чести быть подписанным Путин, Путин, Путин.